к Международному дню семьи 15 мая и Международному дню защиты детей 1 июня Рыбинская епархия совместно с врачами-акушерами городской больницы номер 1 проводит конкурс рисунков «Папа и мама, спасибо за жизнь». Номинации конкурса. «Мы скоро увидимся, мама». Конкурсные работы, посвященные периоду внутриутробной жизни ребенка. «Папа и мама, спасибо за жизнь». Работы с изображением родителей и детей. «Большая семья, большое счастье». Работы, посвященные представлениям автора о счастье в большой семье, содержащие изображение семьи с папой, детьми и беременной мамой. Сроки проведения конкурса с 30 марта по 15 мая. Требования к оформлению смотрите в положении о конкурсе на сайте епархии.